А десерт пробовали? Мне кажется, пробовала, но я что-то не помню вот этих всех вкусовых ощущений, которые вы говорите. Ну, оскол, там два кусочка осталось. Я хочу его в мокром и в пасте съесть. Все, погнали. Я хрущу, но вопросы не отвечаю. До хруста, потом отвечаю. Хорошо? Когда я первый раз попробовал старое скот, такая думаю, фу, песочный, такой больше заказывать не буду.
Потом мне кто-то сказал, что есть новый оскол. Я говорю, ой, не, не хочу, он такой же, наверное. Нет, он говорит, жирненький, звонкий, говорит, классный. Я решила заказать новый оскол осенью, кажется. Вот. И мне пришел вот такой вот песочный, как вы описываете, невкусный. Ну, короче, как старый оскол. Мне кажется, что они его просто перепутали. И потом, мне кажется, у Баклановой заказала еще раз новый оскол. И там, конечно, пришел именно тот, который мне говорила девочка. Звонкий, жирный, крутой вообще. Настолько он белый, он как стеклышко. Блин, у меня его не осталось, да. У меня, к сожалению, его уже нету. Даже здесь, наверное, нету ни кусочка, да? Не, прекрасно. Да, к сожалению, не осталось у меня нового оскола. Я вам не продемонстрирую.